Зарифе Хатун, каково состояние моего сына Шахзада Ибрагима? У вас был хальвет? Здоровье Шахзады вполне хорошее, султанша. Он регулярно принимает лекарства. Я слежу за этим. Прекрасно. Ты окажешь ему внимание. Он очень чувствительный. Будь внимательна. Не беспокойтесь, султанша. Да хранит Аллах вас и нашего Шахзады. Хабитуха, приказывайте, султанша. Она регулярно принимает лекарства. Она не должна забеременеть. Разумеется, пьет, султанша. Я специально предупредила девочек, они строго за ней следят. Теперь я падишах. Не бойся, сынок. Я, как регент султаната, всегда буду рядом с тобой. До тех пор, пока ты не вырастешь и не возьмешь груз государства на свои плечи. Сынок, твой возраст известен. По этой причине найдутся те, кто захочет, чтобы ты оставил трон. Захочет запугать тебя. Будут те, кто ради своих целей захочет сделать тебя моим врагом. Не вздумай. Не вздумай обманываться на слова этих интриганов. Они будут делать вид, что на твоей стороне, а будут рыть яму. Вспомни. Вспомни, что случилось с твоим братом Османом. Как я могу забыть, Валиде? Эти предатели убили самого падишаха мира. Будь уверен, если бы у них была возможность, они снова бы это сделали. Сынок, никому не доверяй, хорошо? Не доверяй никому, кроме меня. У нас, кроме нас, никого нет. Мурат, мой сын Лев, моя надежда, мечта, счастье, вдохновение. Наконец, трон твой. Внимание! Султан Мурат Хан Хазрет Лари!
Повелитель, мы готовы. Отлично. Я не желаю ошибок. Повелитель, вы знаете, как лучше, конечно. Но мой долг как визиря снова спросить вас об этом. Вы уверены, что хотите сделать это? У меня нет ни малейших сомнений. Немедленно сделайте то, что следует. Султанша? Говори, Хаджа. Султанша, Халиль-Паша отправил вести. Он хочет поговорить о Кеманкеше Мустафе-Паше. С Кеманкешем что-то случилось? Ей-богу, у меня нет никакой информации, Султанша. Халиль-Паша ждет вас в Акфе. Хорошо, подготовьте карету, мы едем в Акф. Как прикажете. Конечно же, неспроста Мурат сделал Кеманкеше главным визирем. Было ясно, что он отправил его на смерть. Что я буду делать, если с Кеманкешем что-то случится, и он попадет под гнев Мурата? Упаси Аллах, Султанша. Если бы такое случилось, мы давно услышали. Очевидно, что речь о другом. Иншаллах, хаджи, иншаллах. Почему никого нет? Где Халиль-Паша? Султанша, я посмотрю вокруг. Султанша? Синан-Паша? Как ты вышел? Что ты тут делаешь? Когда повелитель понял, что я невиновен, он вытащил меня из темницы. Султанша, это ловушка. Выйдем отсюда. Валиде Султан. Юсуф Паша. Дай объяснение, какая у вас цель? Мы пришли сюда по приказу повелителя, Султанша. Думаю, вы поняли, по какой причине. Перед вами стоит Валиде Султан. Знайте свое место. Султанша, благословите. И ты благослови, хаджи. Ты годами мне служил. Ну что вы, султанша? Служить вам для меня было честью. Моя душа и моя жизнь отданы на вашем пути. Если церемония прощания закончилась, пусть палачи сделают то, что надобно.
Эмир Гюне. Персидская змея. С одной стороны ты, а с другой окаянный иезуит. Вам выпало меня убить. Меня это больше всего расстраивает. Каждый проживет то, чего он достоин, Кесам-Султан. Вот и закончилась твоя эпоха. Тяжело поверить, но такова правда. Пришел конец твоей эпохи. Султанша? Султанша? Эй, безродные! Эй, предатели-псы! Кто вы такие? Кто вы такие, чтобы поднимать руку на Кесам-Султан? Ты накликаешь беду на свою голову, Кеманкеш? Мы пришли сюда по приказу повелителя. Они будут казнены. Спасения им нет. Для начала тебе нужно убить меня. Как думаешь, что будет, когда султан Мурат узнает, что ты сделал? Ты надеешься на Кесам-Султан? Не надейся. У Валиде Султан больше нет власти. Она ничто. У нее даже больше нет шахзаде. Нет. Нет, ты говоришь неправду. Это не ложь. Шехзаде Ибрагим был казнен. Пока я не перерезал тебе горло, убирайся отсюда. И ты тоже. Шагай же! Я пойду к Ибрагиму. Султанша. Султанша. Повелитель давно издал приказ о вашей казни. Как только вы войдете во дворец, вас убьют. Паша прав, Султанша. Оставайтесь здесь. Мы отправим вести янычарам. Они выстроят живую стену из солдат. Никто не сможет к вам приблизиться. Какая разница, жива я или мертва? Мне надо пойти к Ибрагиму. В таком случае я тоже пойду, Султанша. И я. Султанша, я до этого дня не оставлял вас одну. И впредь не оставлю. Я тоже пойду. Откройте ворота. Я сказала, откройте. Откройте ворота. Мурат! Выходи оттуда! Где Ибрагим? Где он?
Неужели ты его убил? Значит, ты сама своими ногами пришла сюда, так? С какой целью? Ты хочешь бросить мне вызов? Кто теперь спасет тебя от меня? Вот они. Предатели, которые вместо того, чтобы быть верными мне, предали меня. Вот как. Это ты предал. Ты стал причиной уничтожения рода. Это ты предатель. Если бы ты не перешла за грани дозволенного, ничего этого не было бы пережито. Ты сама начала войну между нами, а я ее закончил. Теперь у тебя не будет Шахзаде, которым ты могла бы вертеть как марионеткой. Дай мне Ибрагима. Я хочу своего Ибрагима. Мертвого или живого. Отдай мне Ибрагима! Ты опоздала, Валиде. Мой брат Ибрагим был казнен. Дядя Султан Мустафа тоже был казнен. Мое состояние тоже известно. Только Всевышний знает, сколько мне отведено. Все кончено, Валиде. Мы пришли к концу пути. После меня поднимется метель. Династия Великого Османского государства исчезнет вместе со мной. Что ты сделал? Что ты натворил? А? Султанша! Султанша! Стража! Султанша. Хвала Аллаху, вы проснулись. Валиде? Валиде, вы в порядке? Я обещала Ахмету перед смертью. Обещала, что буду оберегать государство, детей и династию. Но я не смогла. Не смогла сдержать свое слово. Все проскочило сквозь мои пальцы.
Не огорчайтесь, Валиде. С позволения Аллаха мы переживем и эти дни. Труп Ибрагима до сих пор во дворце? Нет, повелитель. Он был тайно похоронен в усыпальнице Айя Софии. В чем причина этой спешки, Паша? Нет времени ждать, Паша. Народ уже собирается восстать. Я посчитал уместным похоронить его до того, как вспыхнет очаг восстания. Но, повелитель, если я совершил ошибку, простите меня. Ты правильно сделал. Можешь идти. Повелитель, вы знаете, что сказал Ясиф Эфенди. Вам нужно отдыхать. С одной стороны, эти события, а с другой – ваша болезнь. У вас больше не осталось сил. Слабый умирает и исчезает, Юсуф. А сильный остается жив. Это закон жизни. Мои дядя и брат погибли по этой причине. Они были слабыми. У них не было качеств, которыми должен обладать падишах. Знаешь, что было бы, если бы кто-то из них взошел на трон Юсуф? Род все равно был бы истреблен. Но они также и погубили бы государство. Вы поступили очень правильно, повелитель. Будущее государства важнее всего. Я ссылаюсь на ваше прощение, интересуюсь участью Кюсэм-Султан. Если пожелаете, мы можем закончить незавершенное дело. Трон был от нее в шаге расстояния. А сейчас она далеко от него, как никогда ранее. Жить с этой правдой – самое тяжелое для нее наказание, Юсуф. Сынок. Ты жив. Ты жив. Мы очень вовремя вышли из кафе Савалиде. Но Хюсейн Паша нашел тайный ход, проследил за нами и схватил. Но я умоляла его, растоптала свою гордость и просила не делать этого. Хвала Аллаху, что наш Паша совестливый. Он не тронул нашего шахзаде. Ты подарила мне целый мир, Атике. Хвала Всевышнему, ты жив. Который раз я спасаюсь от рук Азраиля. Что будет в следующий раз? Смогу ли я быть таким везучим? Или же не повезет? Тише, не говори таких вещей. Я уже устал, Валиде. Я устал бегать и прятаться.
У меня больше нет сил. Ты будешь терпеливым, сынок. Как говорят, дорога в рай лежит через ад. А мы сейчас живем в аду. Мы сгорели, превратились в пепел. Но, конечно же, это пройдет. Наши сердца остынут. Мы проживем наш рай в этом мире. Иншаллах, Валиде. А что случилось с Кеманкешем Пашой и Халилем Пашой?